обсуждение наших дальнейших действий. Хорошо? Хорошо. Как, вы где проходили, в Тихуане или в Мексикале? В Тихуане. Понятно. Вы брали список, вас вносили список, и на следующий день вы пришли и уже шли по времени, да? Или просто с Карлосом? Как это? Так, ну, Карлос был с нами, но мы... Нас внесли в список, но мы прошли не по списку. Угу. То есть мы пошли на следующий, ну, как, да, на следующий день с чемоданами, и так как мы европейской внешности, нас пустили без очереди. Ну, без списка. Я понял. Как дальше развивались события? То есть, сколько вы ждали интервью? Меня выпустили 11-го у меня было интервью. 9-го мы прошли, так. Мая. 11-го было интервью, 12-го меня выпустили. Понятно. А интервью где проходило? Интервью в Тихуане, там же. Там же. А сколько по времени интервью заняло? Ну, не больше получаса, мне кажется. Очень быстро. Угу. У вас интервью раздельно было с мужем, да? То есть, или вместе? Да. Раздельно? Мы сидели. Да. Мы сидели раздельно, и у нас нас вообще друг к другу не подпускали. Понятно. А ребенок был с вами, когда интервью проходили, или... Да. Ага, да. А вот с момента после того, как интервью закончилось, и вы уже поехали в аэропорт, где вы находились после этого? Не поняла. Ну, смотрите, интервью вы прошли, а поехали в аэропорт уже потом, чтобы долететь до Нью-Джерси, вы же где-то еще ночь ночевали, а где ночевали? Не ночевали. А, то есть интервью... Мы ночью... А, то есть интервью прошли, и сразу же в этот же вечер уже... Нет, меня не... Нет, я в тих... 12 числа меня выпустили. То есть интервью прошло, я целый день и всю ночь пробыла там же, в Тихуане. И утром меня перевезли в какое-то другое здание. Я не знаю, как это называется, в Сан-Диего. Угу. Вот, меня перевезли в другое здание, там где-то... Наверное, часа три, может быть, мы пробыли. На меня надели браслет и выпустили. В аэропорт меня не выпускали, потому что Нилс меня встретит здесь, ну, возле здания этого. Угу. Вот. Поэтому меня выпустили самую первую. Вот. Меня просто как бы за ворота выпустили, и все. Понятно. И меня там уже встал брат. Понятно. У вас сейчас браслет? Да. Удобно? Ну, первый день вообще было ужасно. Натирало, было больно. Сейчас уже не так. Но первые дни это было кошмар. Понятно. Когда вот там ночевали и ждали, вас кормили чем-нибудь? Да. А что давали? Да. Буррито или что? Бутерброды. Нет, а буррито у нас было по утрам. Ну, такое же питание, как и в Тихуане. Тихуана, получается, граница же на... это уже со стороны Америки, я не знаю, как это называется. Сан-Диего, наверное, да? Угу. Вот мы в Тихуане проходили, мы же на границе Америки там сидели уже. Угу. Со стороны Америки. Вот. Кормили... На обед и на полдник давали чикенбургер, а на ужин и поздний ужин давали бутерброд. Я не знаю, с ветчиной, что ли. Ну, вот. Я понял. Все холодное. Вот. И сок. Для ребенка давали детское пюре. Угу. Если ребенок кушает детское пюре. Если ребенок, ну, повзрослее, давали наггетсы детям. Постарше. Понятно. Ну, вот. Был стресс или не было стресса у вас? Ой, я в первый день, да. Я была, наверное, если детей считать, около 50 человек. Угу. Вот где-то так. Понятно. И дул кондиционер, да? И вы заболели? Да, да. Получается, у меня место еще такое было под кондиционером. Куда
где было свободно, туда, как говорится, и легла. Маленькая раковина без моющего средства. А, шампунь. Давали шампунь. Вот. Но, в принципе, вот на три дня еще, ну, как бы, нормально, можно прожить.